Всем доброго времени суток. Меня зовут Саша Гонгалюк. Я являюсь фитнес-тренером и выступающим спортсменом по бодибилдингу. Сегодня я хочу вам продемонстрировать 5 базовых упражнений для поддержки общей физической формы. Этот комплекс упражнений будет полезен для большинства жителей мегаполиса, которые считают, что у них нет времени для занятия спортом. Чтобы ваша спина была ровной и не сутулой, я покажу вам упражнения, которые укрепят мышцы спины. Этим упражнением является подтягивание. Чтобы добиться максимального результата, надо на каждой тренировке выкладываться на все 100%. Следующим упражнением в этом комплексе являются выпады. Это упражнения для проработки мышц ног. Их можно выполнять как стоя, так и в ходьбе. В этом упражнении главное, чтобы ваше колено не выходило за линию носка вперед. То есть надо садиться просто вниз. И при этом корпус держать ровно. Сейчас я вам продемонстрирую упражнение для проработки грудных мышц. Это будет отжимание на брусьях, но не в классическом его исполнении, а немного модифицированное. Это упражнение мы выполняем на брусьях только для того, чтобы можно было максимально опуститься вниз. И также ваши ладони будут чистые. Также не будем забывать о наших руках. Я покажу 2 упражнения для поддержания рук в тонусе. Первым упражнением из этого комплекса является обратное отжимание. С помощью этого упражнения вы можете отлично поддерживать форму своего трицепса, трехглавой мышцы руки. Ну а второе упражнение поможет держать ваши бицепсы в отличной форме. Ну что же, вот мы и подошли к финальному упражнению нашей тренировки. Этим упражнением является подъемы корпуса на такой вот горизонтальной лестнице. Такая лестница есть у большинства спортивных площадок. Если будете уделять этим упражнениям хотя бы час своего времени в день, то будьте уверены, боли в спине и суставах рук и ног вас не потревожат.